Мнение жителей республики по ключевым вопросам развития Мариэл всегда учитывается руководством региона. Это еще раз подчеркнул глава Мариэл Александр Евстифеев на заседании общественной палаты. Помимо итогов работы за минувший год, в повестке дня значились вопросы исполнения социально значимых проектов и подготовка к событиям ближайшей перспективы. Основной посыл встречи в том, что корректировка работы правительства будет проходить с четкой поправкой на социальный запрос и текущую жизненную ситуацию. Повестка дня заседания общественной палаты была обширной. Подведение итогов работы за минувший год включало несколько важных моментов. В федеральной и региональной повестке значатся вопросы социальной ответственности граждан, бизнеса, общественных организаций, информационного пространства и ряд других не менее важных моментов. За минувшие 5 лет республика вышла на траекторию уверенного развития по всем стратегически важным направлениям. Надо отметить, что все действия и усилия как руководства Мариэл, так и ее гражданского сообщества полностью поддерживаются главой нашего государства. Реализация приоритетных национальных проектов влечет за собой огромное по меркам республики финансирование. Задачи также ставятся соответствующие, а контроль за их исполнением ведется профессионально и на постоянной основе. И здесь большую роль играет мнение общественности, жителей нашей республики, которое непосредственно ретранслирует общественная палата Мариэл. Именно на него во многом и опирается руководство республики, принимая стратегически важные решения. Именно к активной и правильной жизненной позиции и призвал руководитель нашего региона. Уверен, что работа региональной общественной палаты способствовала сплочению нашего общества и тем позитивным изменениям, которые произошли. Знаю, что не все из нынешнего состава переходят в новый состав. Это не главное. Главное, что вы все знающие люди, специалисты своего дела, болеющие за успехи республики, и работаете или нет вы завтра в общественной палате, к чему я вас призываю, оставаться востребованными, активно участвовать в той многоградной деятельности по самым разным направлениям, о которых мы с вами всегда говорим и говорим в том числе сегодня. Общественная палата в нашей республике работает 13 лет, и сейчас в деле ее 5-й состав. Общественный контроль – это не пустые слова. Сразу можно вспомнить о социальной составляющей во время пандемии. Проект «Мы вместе» и волонтерское движение республики в лидерах абсолютно по всем жизненно важным направлениям. Помощь пожилым и людям с ограниченными возможностями здоровья, активное участие в тушении лесных пожаров, работа на выборах – все это говорит о том, что наше общество становится все более активным, и в повседневную жизнь вовлечены люди самого разного возраста. Консолидация общества очень важна, и в том числе взаимодействие с властью, это, конечно, основной критерий наш, ключевой, потому как все, что делается, все это делается во благо людей. И роль общественной палаты в том, чтобы мониторить это и находить те проблемные места, звенья, которые, возможно, где-то существуют, и устраивать как раз диалог общества и власти. Власть слышит общество, и это самое главное. Вот в этом-то и заключается взаимодействие, когда, видя и прислушиваясь к мнению людей, власти принимают решения, которые идут во благо общих интересов и общества, и власти. Одна из главных функций общественной палаты – экспертиза законопроектов на их соответствие интересам жителей нашей республики. И мелочей в этих вопросах не бывает. Надо отметить, что общественная палата стала своего рода трибуной для представителей различных гражданских и общественных объединений. Задачи власти и общества имеют общий знаменатель. Поэтому к консолидации усилий необходимо добавить и позитивный настрой. Это тоже одна из важных обязанностей этого представительного органа. Сам состав общественной палаты – это уже мини-наше гражданское общество, потому что в составе общественной палаты включены представители различных общественных объединений, различных структур Республики Мариэл. И поэтому я бы сказала, что большая часть нашего населения, наших граждан, она представлена вот этими общественными объединениями в рамках палаты. Наше общество, оно, конечно же, разное, но когда мы проводим различные наши круглые столы, мы приглашаем, опять же, разных представителей разных слоев, и мы слышим
как они говорят, что они говорят, как они болеют за наш город, за свой микрорайон, за то, чтобы нам лучше и комфортнее жилось. Вот мне кажется, что вот это, в этом есть подвижки. И, наверное, вот вы упомянули комфортную городскую среду. Вот как раз вот эти нацпроекты, они, наверное, делают настрой людей лучше. Институт общественного наблюдения прочно занял свое место в жизни республики. А своевременная реакция общественности на происходящие в республике процессы наверняка поможет существенно улучшить уровень жизни жителей Мариэл.